Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Александр, и я рад приветствовать вас на своем канале zhdanov play. Продолжаем играть в Resident Evil 2 за Клэр. Так, со шерифом мы... С шефом, точнее, полиции мы уже разобрались. И теперь двигаемся дальше. Да, дальше. Давай, давай, кот. Всем приятного просмотра. Так, теперь нам... Сюда, куда-то, да? А тут есть вообще что-то? Нет, тут нету. Я не помню. А, девчушку мы где-то потеряли. Да, ее же этот... профессор тут забрал. Шерри, Шерри, ты меня слышишь? Че ты такая умирающая-то ходишь? Ну ладно, пока не буду я использовать аптечку. Клэр! Шерри, я уже иду! Так, а вы что, говорить не будете, нет? Так, ну ладно. Ёпта мать, это что? Тиран! Беги, беги! Клэр, сзади! Не останавливайся! Так, а мне может как-нибудь... Скорее! Продолжай бежать! Быстрее! Шерри, давай! Блин, уже сразу же превьюха, ты прикинь? О! Да. Вот это я понимаю, не везет. Папа? Что-что? О боже. Да ладно. Он Тирана просто как... Папа, нет! Понятное дело, что он себя не контролирует. Прикольно. Прикольно. Здорово. Начало положено, превьюха есть. Клэр, ты в порядке? Ты меня слышишь? Клэр? Клэр, вставай. Он идет за нами. Проснись. Проснись же. И кинула меня. Проснись. Проснись же. Открой глаза. Не двигайся. Ты не заражена. А что, похоже? Шерри? Где Шерри? Шерри? Шерри в порядке. Вы знаете Шерри? Поразительное проявление силы. Что с ней случилось? Нужно оценить обстановку. Вы кто? Я Клэр. Это я не предвидела. Простите. Где она? Вы меня слышите? Что? О, я Аннет. Скажи, что случилось с Уильямом? Не знаю. Кто? Кто это? Существо, учинившее все это. Что? Вы поможете мне найти Шерри? Похоже, оно эволюционировало быстрее, чем ожидалось. Вы куда? Слушай, у меня нет времени отвечать на дурацкие вопросы. Все под контролем. Мне нужно найти Шерри. Моя дочь, не твоя забота. Конец диалога. То есть ей, в принципе, тоже по барабану на дочь. И главное, это Уильям. Куда пропала Шерри? Да иди за ней просто, и все, и что-нибудь найдешь. Так, объединить патрончики. Хорошо. Так, тут еще офис есть. А как офис? А, офис сюда. Шерри, ее дочь. Ну, похоже на то. Отчет Г-вирус. Очень скоро начнется заключительный этап клинических испытаний Г-вируса. Известно, что существо Г превзойдет по своим возможностям любого человека, но мне хотелось бы выдвинуть некоторые гипотезы касательно его биологии и биологических функций. Умственные способности. Сразу после рождения субъект начинается спад умственных способностей, и через пару дней он перестает говорить. В конце концов, он окончательно потеряет рассудок и утратит человеческую природу. Его действия будут продиктованы только стремлением к выживанию и репродуктивными репродуктивным инстинктам. А физические способности, ускоренный процесс деления клеток, эволюция позволит существу легко адаптироваться к любой среде. Более того, она сможет быстро устранить любые повреждения благодаря регенерации тканей, поэтому полностью уничтожить его обычным огнестрельным оружием будет практически невозможно. Репродуктивное поведение. Самой примечательной особенностью Г-вируса будет его стремление к размножению. Существо будет инстинктивно искать людей со схожей ДНК, чтобы внедрить в них эмбрион. Однако шансы на успех такого процесса крайне малы. Если совпадение ДНК будет недостаточным, результатом взаимодействия станет недоразвитое существо Г. Пожалуй, можно назвать одну категорию людей, чья ДНК обладает необходимой степенью сходства – биологические дети субъекта. А, вот оно что. Теперь понятно, почему ищет Шерри. Так. И ДНК-то одинаковая, вот он ее и ищет. Так, что у меня есть? Так, у меня, по-моему, ничего нету толком-то. Так, да. Так. У меня очень мало зажигательных боеприпасов, зато у меня есть очень много таких патронов. Это хорошо. Синяя трава, красная трава. Вроде бы все. Так, давай сохраняемся тут. Так, сейчас, моменту. Ага, все, отлично, еще раз проверил. Так, пульты очень сильно мешают, пульты со светом. Так, ага, все отлично, так, хорошо. Так, погнали. Так, не понял, дверь закрыта. Мне, может, ключ какой-то надо использовать, нет? Погоди. Нет. Ну, хорошо. Куда мне? Туда прыгать? Удерживать. Похоже на то. Так, сюда. Шерри, ты меня слышишь? Нет, не слышу. Ой, я туда не хочу лезть. Блин, и я тоже сюда пустился. Значит, сейчас будут эти твари. Теперь они меня будут... А, теперь от меня будет вонять этим говном. Так, это от яда. Блин, у меня нету этого. Сейчас появится. Ну давай, конечно. Но я с ним... Мне с ним тяжело будет справиться, на самом деле. Так, тут еще что-то есть. А где она? Она может где-то впереди. Так, ну ладно, пойду пока вперед. На самом деле я не очень хочу тратить. Ого! Прикольно. Улучшенные патроны. Так, не вылез. Это хорошо. Ну погоди, я же... Где-то выходит что-то... Просрал? Так, давай сюда. Мы тут были. Ой, лифт. Фуникулер. Здесь? Прикинь, да. Почему бы и нет? Ой, а мы за Леона были вот на этом, на первом этаже, вот тут вот. А сейчас мы вот тут вот прошлись. Хорошо, интересно. Так, ребятки. А у меня есть граната. Ой, блядь, она мне не особо-то и поможет. Пиздец. Ну да. Я просто к гранатам сильно устойчив. Копия письма в офис Амбрелла. Директору Оуэнс. По всему Нест раздают сигналы тревоги. Не знаю, что происходит, но я слышу стрельбу и не могу связаться со своим руководителем. Мы застряли в западном крыле. Прошу скорее, пришлите кого-нибудь нам на помощь. Директор Оуэнс. Ситуация вышла из-под контроля, а Нест заражено вирусом. Поверить не могу. Защитные меры не сработали, будто их и не было. Диверсия извне? Единственное возможное объяснение. Но почему? Мэйр и Ким мертвы. Никак не могу откашляться. Почему вы не отвечаете? Директор Оуэнс, вы... Так это ваших рук дело? В смысле, блядь, ты живой, что ли, еще? Серьезно? Сейчас сколько надо патронов-то в голову садить, алё? Так, ну ладно, припасики. Блять, наверное, тебя гранату потратил, ну ты зараза, а? Как ты быстро так подошел-то ко мне, а? Засранец. Ну ладно. Почему так стало, как будто очень темно? А ты не... Давай так. СВК, СВД, СВИ, СВH, СВГ. Нет. Я не знаю, зачем я это делаю. Но... Мало ли прокатило бы. Так, ну ладно. Я понял, что там еще вещь, поэтому у меня тут локации красная. Здорово, сегодня больше видеоставок. Что это? Шерри, я же сказала, я не уйду, пока не закончу работу. Ты всегда так говоришь. Шерри, почему ты не осталась дома? Там было безопасно. Эй, Шерри! Я испугалась. Эти существа были повсюду и... Надо было звонить в полицию. Разве не этому тебя учили? Я позвонил, но никто не приехал. И ты тоже не брала телефон. Вот я... Шерри, у меня нет на это времени. О, нет. Шерри! Шерри, я иду! Похоже, Шерри. Подожди, Шерри, я сейчас. Так, это еще брошюра строительной канализации. Обращение генерального директора. Благодарим за интерес к King's Construction Company. Дебют нашей компании состоялся более 20 лет назад. И за этот немалый срок нам доверилось наладить канализационные сети в лучших городах нашей страны. Но мы всегда следовали двум главным принципам. Вся жизнь – игра. И стиль превыше всего. А компания КСС твердо верит в то, что даже подземная работа должна оставаться верной своему неповторимому стилю. Наши канализационные системы просты в использовании, словно пешка, но их качество не оставит равнодушных даже короля. КСС – выбор победителей. До встречи на поле битвы, гендиректор компании, почетный член Международного шахматного альянса, почетный куратор шахматного клуба Рахун Сити и, соответственно, почетный директор шахматной гильдии имени Фишера. Роберт там, ББ, кто-то там, Фишер. Не знаю, кто ты такой, но будешь Робертом. Не знаю, почему Роберт. Первое имя, которое пришло в голову, на букву «Р», с учетом того, что это Америка. Так, еще патроны. Так, куда идти? Чё, карта? Карта канализации. Ну, почему бы и нет? Ну, понеслась, давайте. Пешка, так, ну это мы все знаем. Как открыть дверь в зону У? Я потерял инструкцию, где написано, как открыть дверь в зону У. Посреди всей недавней суматохи. Знаю только, что надо воткнуть по штекеру в каждый разъем. Если кто помнит, какой штекер куда втыкать, прикрепите инструкцию на эту доску. За мной должок. Ладья, значит, рядом с конем. Но они смотрят на ферзя. Король с ферзем стоит порознь, но развернут к коню в самом конце. А сам конь расположен не так, как на футляре. То есть чуть-чуть, походу, все-таки есть какие-то небольшие изменения. Так. Пошли пока сюда. А, ну да, я же сюда не могу пройти, блин. Все же закрыто. Что-то я этот... Нет, ничего не написано. Мало ли там код какой-нибудь, было прикольно. Так, тут сейв был. А, я сохранился, по-моему, да? Вроде бы да. Ну, значит, погнали. Открываем рычаг. Переходим мост. Там орды зомби. Мы их всех, короче, убиваем. Берем кого там? Королеву, короля, ферзя. Соответственно, их устанавливаем, открывается дверь, какой-нибудь махач. И мы побеждаем. И на этом игра, наверное, заканчивается. Было бы все так просто, конечно, если бы я писал, конечно, сценарий к игре. Но нет, тут не все так просто. Так, тут что еще есть? Так, приспособление. Хорошо, блин, мне надо было, кстати, оставить. Письмо Леона. Клэр, раз ты добралась сюда, то скоро сможешь покинуть этот город. Мне еще нужно разобраться с одним делом. Но хочу, чтобы ты знала. За всем этим стоит Амбрелла. Если я не выберусь, расскажи всем сама. Леон. До посадки в фуникулер требуется ID-браслет. Иногда язык так заплетается. Квитанция доставки. По адресу, указанному вам при заказе, был доставлен следующий товар. Огнестойкий сейф, одна штука. Кодовая комбинация написана мелом на боковой стенке. Не забудьте стереть надпись, прежде чем приступать к использованию товара. Так, точно, тут же есть еще сейф, где на боковой стенке написан пароль. А, кстати, он, по-моему, кстати, даже где-то был тут. Вот там, да. И там же был зомби. Вот это я тоже помню. Надеюсь, Леон с ним разобрался. Было бы неплохо. А, нет, нет, смотри, стоит. 2 влево, 12 вправо, 8 влево. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Плохо все. Знаешь, а мне эта трава и не нужна. Сиди ты там нафиг. Если я сейчас подберу эту траву, он проснется. А мне эта трава нафиг не сдалась. Так. А я не могу ее, в принципе, обменить. Мне нужен тут револьвер. Так, ты. Оно такое слабое, на самом деле. Это просто ужас. Ой, блядь, еще один. Здорово. Ты как тут оказался, Дикий Том? Вообще. Настолько слабая. Одна обойма просто улетает за считанные секунды. Так, тут есть что? Есть. Ой, еще и граната. Ой, спасибо. Здорово. Так. Я тебе полмордала расстрелял. Ты че встаешь? Так, ну я могу сюда пройти. У меня так рычаг есть. Главное этот рычаг взять. О, видите, там что-то рвут. А, куда я пришел? Ой, я не хочу на самом деле сюда, но это ужас. Ключик. Объединить вот с этим. Объединить вот с этим. Хорошо, супер-мега клевая трава у нас получилась с вами. Так, наверх, я не помню, там, по-моему, дверь сломана вот в этом месте. А, там рычаг сломан, все, вспомнил. По прохождению Леона. Так хорошо, прям все запоминается, вот эти вот все локации, где что. Хотя тут бывает что-то один раз. Вот сюда вообще, вот не хочу, вот ни при каком желании сюда лезть. Да уж, жуткое местечко. Бать. Лютый тип. Так, как мне убить этих? Они уязвимы к огню. О, Господи. Не везде. А я тебя так долго буду расстреливать? Будет прикольно, если по нему сейчас не идет урон. Так, хорошо, ты первый готов. У вас тут твари дофига. Я боюсь, что у меня сейчас уйдут все патроны на них. Блин, вот это да, будет фигово. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Просто патронов нету. Писец. Еще давайте третьего сюда и вообще шикардос. Чисто это тот самый момент, для которого ты копишь всю игру патроны, чтобы потом их истратить чисто тут. В одно место добавили таких тварей дофига больно. О, блядь, ну конечно! Так, головешки. Ну, прикольно, чё. Не знаю, зачем, но я их все равно все ломаю. Так, а прикинь, если мне сейчас тут ведь фигуры нужны будут. А мне фигурок будет недостаточно. Так, цветочек. Какой заменить? Ну ладно, в принципе, не страшно. Так, а Клэр какое оружие получит? О, да. Леон оставил подарочек. Так, сюда надо фигурку. Так. Так, секундочку. Это мы объединяем вот с этим. Да? Да. Так. Правильно, правильно. Теперь. Это трава. Ну, трава нам это... Интересно, давай ее просто с этим объединим. Так, это дикий том. А, значит, тут мы открываем вот эту дверцу. Главное не накосячить. Здесь нам открывается вот эта дверца. Сюда требуется дама. Или это король, я даже не знаю. Блять, спрыгнул. Король. Здорово. Oh, no. Тише. Вот сюда, да? Блять, а я места-то нету. А, прикольно. Чё выкидываем? Это просто ужас. Ай, блядь, ну серьезно. Ну, в принципе, ладно. Так. Эта дверь теперь открывается. Блять, ну у меня нету серьезно патронов. Че мне выкидывать? Ну давай это все. Ну, допустим, я вот так вот сделаю. Возьму эту ракетницу. Этот уже встал. Блять, ну. Пиздец, я жалею об этом. Мне это придется выкинуть. Ты где там? Так. Что мне еще придется выкинуть? Придется, походу, тратить. Вот это. Хорошо. Да, ты там броди, не переживай. Теперь я делаю вот так. Сюда. Вот эту, да, фигурку? Ты же не прошел ведь, да, там? Теперь сюда. Вот эту фигурку. Хорошо. Забираю эту фигурку. Правильно? Правильно. Кстати, что это за оружие? И забираю эту фигурку. Ребята, живите там. Так, пока у меня неуязвимость идет, походу, да? Быстренько бегу туда. Меня еще все-таки там ждут эти монстры. Так, тут ничего ведь нету. Очень темно, блядь, я ничего просто... Ой, блядь. Я не понял. А, держать серьезно просто. Оно мощное. Ха, прикольно. Вот это оружие мне нравится. Мега крутая пушка. Наконец-то. Серьезно, она с одного разряда просто ушатывает. Я тут за Леона уж столько урона получил, когда бегал тут. Так, ну... Тем не менее, патронов у меня больше нету. А чё это просто какая-то... Дикий Том, Джек. Блядь, дожрите уже. Ага, сейчас, блядь, так я ему дался. Дураки, что ли? Патронов, правда, нет. Блядь, что делать? Патронов нету. Так, я могу через канализацию так-то пройти. Как вариант. Но для начала я хочу оставить эти фигурки тут. Мы потом разберемся, где что есть. Да, эту сюда просто поставлю. А эту куда-нибудь, ну, вот сюда. Потом разберемся, возьмем эти все фигурки и все расставим как надо. Так, а что у меня еще есть? Порох. Порох я могу... Два белых. Два белых, я не помню. Нам что-то какую-то хрень, по-моему, дают. Хранить. 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 Так, ты иди сюда. Вот это достать. Объединить с тобой. Боже, офигенный пистолет, что появился. Так, ну тебя тоже пока хранить. И тебя хранить. Так, что мне еще остается? 3 патрона для этого. Так, ну в принципе я могу эти достать. У меня есть так-то еще патроны. И... Что еще? Могу ножик взять, так тоже как вариант пригодится. Вот это могу достать, это патрон у меня есть. Ключ. Пистолет, ну... Блин, ну можно оставить пистолет, мало ли. Хотя навряд ли. Больше вероятность, что я найду патроны для обычного пистолета. Хотя не факт. Так, давай-ка я все-таки тебя оставлю. Но! Я не знаю, что делать. Либо избавляться. Вот это я тоже давай буду. Тут пускай будет тоже храниться. Ну, патронов у меня не так много на него. Оставлю пока так. Думаю, да. Так, что я тут? А, сюда кассету вставлять. Так, где сейф вообще? Клэр, сюда. Так, а что у нас там? 31 минута. Хорошо. Я должен был просто удостовериться. Я могу так-то... А, я нифига, мне один фиг туда надо идти. А мне гранаты нет. Но я сейчас все эти патроны потрачу. Так, секунду, ладно. Блять, или не брать? Не, не буду брать. Я лучше потрачу на этом патроны. Или я лучше получу урон небольшой. Но я пройду то место. Нежелательно мне тратить сейчас патроны. А, блядь, ты уже стоишь, ждешь, да? Так, хорошо. Даже урон не получил, охуеть. Чем могу, а? Блять, а тут же сейчас этот тоже выползет, жучара. А можно я тебе гранату кину в рот? Блять, надо было все-таки с собой взять. Так. Отравление. Хорошо, нет никакого больше отравления. Блять, этот жук меня доконает. Противные на самом деле вот эти вот враги, вот именно вот этого морского типа. Так, а в лифте что-то лежало. Что, не лежит, да? Показалось. А, нет, смотри-ка. Ой, а что мне такие патроны начали выдавать? Если сейчас какой-нибудь босс-файт, то это вообще ужас будет. У меня типа вообще никаких патронов, ничего нету. Так, ага. Только говорил о патронах, вот те патроны, да, дают? Пленочка. Еще 2... Боже. Шикарное место. Ну, ты там сиди, ладно. Так, а у меня ключик-то есть. Хорошо, там конь, да? Порох. Хорошо, дайте мне что-нибудь прям на массовое. Спасибо, это мне правда поможет. Листовка джазового фестиваля. Кстати, акцент SZF. Блять, запишите, пожалуйста, это. Это пароль от того, как его называют. Блять, я запишу лучше. Не буду фотографировать, листовка темная. Это пароль от кодового замка. Я сначала сделал акцент посередине, увидел только то, что там введено. Оказывается, еще и сверху, и внизу. SZF. Ну это же надо догадаться, блин, даже гений просто. SZF. Спасибо. Это чё? Потайной вход? Серьезно? А чё там? А куда я там выйду? А куда этот лифт ведет? Я случайно че... Куда-то наверх? А где я? Лестница под землю. А зачем я сюда пришел? Патроны чисто еще взять? Давай возьмем. Вообще не понял, зачем я сюда пришел. А, хрена! Ничего себе. А за Леоном мы такое не находили. Так. Блять, ну я не могу с него стрелять. Прикольно. Бесполезно, но прикольно. Не знаю, зачем мне сейчас, типа, возвращаться в полицейский участок. Там же мы в полицейский вроде участок вернемся. Что мне, блядь, делать с вами? Вот этого я сейчас... Здесь что? Нет, тут ничего. ОМОНовец есть. У ОМОНовца тоже ничего нет. Прикольно. Видеокассета. Берем. Очень много ОМОНовцев расстрелянных. Так, а вот тут я был? Есть и что? Верхний канал. Тут я не был, но сходить можно. Блять, нет, нельзя, понял. Извинить. Пожалуйста. Oh, no. Где один зомби, там и второй зомби. Угу. Но я пройду в средний канал. И камера подачи воды. Причем у меня патронов-то немного, блин. Блять, укусил ведь, а, зараза. Отстань от меня, засранец. А, этот ключик еще сюда, да, можно использовать? Ну, шикарно. Один ключ на 10 замков. Мечта просто. Так, еще порох. Я не знаю, куда я там сейчас приду, но мне вот эта фишка нужна. Туда я смогу так-то пройти через низ. Это он куда улетел? Не понял. Так, ножичек. Средний уровень. Ага. И отсюда я смогу вернуться на первый этаж. Я не знаю, что будет, если я объединю это с этим. 30 патронов пистолета. Так, давайте, ребята, сюда. Ко мне. Давайте, девочки, быстрее. Давай. Первый пошел. Давай. Второй пошел. Правильно, все купаться. А я лазу быстрее, чем вы, ребят. Все просчитано, все продумано. Все гениально, легко и просто. Так, все. Правда здорово, правда. Так, есть момент. Я могу продвигаться в том месте, а могу в этом. Но в этом меня, правда, ждет хрен пойми что. Там этот монстр стоит. Блин, а он еще не прокоцанный. На нем сейчас, боюсь, очень много здоровья истрачу. Oh, no. И опять же, куда я тут выйду? Там патроны только лежат. Но тут есть ход еще и другой. Хорошо, пока мы его не будем трогать. Нафиг оно нам надо? Теперь давай думать. Там вроде нет прохода. Ну и тогда и хрен с ним. Я не вижу, чтобы там что-то еще было. Там вроде и закрыто все, и вещей никаких больше нет. Одно дело, мне сейчас просто одного зомбака тут вальнуть и пройти. Зачем мне еще на тебя тратить патроны? А, это тот, который вот в этом кабинетике был. Здорово. Блять, а там же еще одна такая хрень стоит. Не к одной, так к другой. Блин, надо было с собой все-таки эту пушку с электричеством-то взять. А, ну да, здорово. Shit. Почему у вас так ТПС упала? Бессмертный, что ли, какой-то? Ага, ага, ага. А, это они же, да? Ну все, лежи спокойно. Все отлично. Прям почти ничего не потеряли. Давайте теперь головоломку решим. Или ее на следующий раз оставим. Да давай ее на следующий раз оставим. У нас, в принципе, все детальки собраны. Да? Так, давай кассетку посмотрим. Просто кассеточку сейчас глянем и все. Хотя мы ее вроде видели. Прошу. Умоляю, хватит. Прошу. Хватит. Пожалуйста. Не надо, не надо. Нет, нет, нет. Я здесь, урод поганый. Нет, не трогайте его. Не трогайте. А, нет, этого мы не видели. А кто снимает-то? Это когда он уже перевоплотился. Этого мы, да, не видели. Что же было любопытно взглянуть? Да, вы правы. Так, хранить тут это все оставляем. Давай посмотрим. У нас вроде все фигурки есть. Да, 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 да. И да. Но решим мы... Да, это явно не по моей части. Хотя давай сейчас. Сколько там времечко-то у нас? Да, давай сейчас решим, в принципе. Берем все фигурки. Изучить. Так. Хорошо. Все сейчас выставим и потом уже продолжим, просто сразу же побежим, правильно? Так будет даже лучше. Так, что написано? Ладья, значит... Так, во-первых, всех их изучить. Это слон. Это король. Это конь. Это дама. А, ферзь. Дама, ферзь. Это ладья. Это пешка. Хорошо, ладья, значит, рядом с конем, но не смотрит на ферзя. Конь сюда. А с ним рядом ладья. Да? Вот она, ладья. Так, ладья, значит, рядом с конем, но не смотрит на ферзя. Король с ферзем. Стоит порознь. Но развернут к коню в самом конце. А сам конь расположен так, как на футляре. Ага, король с ферзем стоит порознь. А ты кто? А где ферзь у нас? Ферзь. Чуть не понял. Конь расположен как на футляре. Пешка сюда, ладно. Пешка сюда. Две исходные у нас есть. Король с ферзем стоят порознь. Но развернут к коню. В самом конце. Погоди, не понял. Тут у нас конь, тут у нас кто? Ты кто? Тут ладья. Конь и ладья вместе. А ладья, значит, рядом с конем. Но он не смотрит на ферзя. Кто? Конь не смотрит на ферзя? Или ладья? Допустим, вот сюда тогда ладья. Да? Да, ферзя сюда. Хорошо. Дальше. Король с ферзем стоит порознь. Но развернут к коню. В самом конце. Тогда ферзь, по идее, это сюда. Ферзь сюда. А король сюда. Погоди, у меня еще одна. Погоди. Что-то я нахуй вертел, то чувствую. Так оно и есть. Король с ферзем стоит порознь, развернут к коню в самом конце. А сам конь расположен не так, как... А, не так, как на футляре. А, ну все тогда, извините меня, дело все. Так. Ладья, значит, стоит рядом с конем. В чем проблема? Давайте я сделаю вот так. Ладья и конь. Сюда коня. Сюда ладью, да? Тут пешка. Хорошо. Но не смотрит на ферзя. Король с ферзем стоит порознь. Развернут к коню в самом конце. То есть, если я правильно... Король с ферзем стоит порознь. А в итоге-то король у нас что? Коню. Ну давай тогда сюда король идет. Стоит порознь. Хорошо. Вот так уходит. И этот. Правильно? Все, доперло. Чуть не понял сначала. Готово. Шерри, я иду. Но иду я, соответственно, в следующем ролике. Здорово, что мы сейчас решили эту головоломку. Да. А на сегодня пока что все. Продолжим в следующий раз. Нам осталось совсем чуть-чуть. И все отлично будет. То есть нам осталось канализацию вот эту пройти, а потом Амбрелла и все. Вот, Амбрелла. Ну, еще выпуска, я думаю, 2-3 может быть где-то так. Может, 4. Это вообще просто край. Вот, ну ладно. Там будет видно что-то как. Все будет. А на сегодня пока что все. Всем спасибо за просмотр. Ссылки на плейлист и на мой второй канал будет в описании под этим видео. Не забывай подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. И увидимся в следующем ролике по Resident Evil 2 Remake за Клэр. Всем пока.